Всем доброе утро! Добро пожаловать на мой канал. Начинаем готовить завтрак. Я тут с помощником. Без него никуда. У меня творог 5%. Вот такая пачка здесь 200 грамм. Я ее использую всю. Как понимаете, буду готовить сырники. Так, добавила весь творог. Одно яйцо. И сразу добавляю сахарозаменитель. Так, добавила сахарозаменитель. Все, можно молоть. У меня тут помощник молит сам. Все, давай. Так, перемололи. И добавляю... Кирюш, не трогай, пожалуйста. Одну столовую ложку муки. Сейчас измерим, сколько это. Так, вот такая вот столовая ложка. 28 грамм. Все. И дальше перемолю и буду жарить. На-на-на. Помощник ты мой. Ну что, вот такой у меня получается завтрак. Как всегда, оладьи у меня идут с детским пюре 60 грамм за место меда или какого-то варенья. Вкусно и менее калорийно. И кофе. В кофе я добавила 35 грамм молока с сахарозаменителем. Да сейчас мы позвоним твоему деду. Сынок, он кушает у него каша с изюмом. Да? И хлеб с маслом. Ладненько, приятного нам аппетита и вам, если вы кушаете. Да, скажи, приятного аппетита. Да. Да. Ну что, у меня время перекуса. На перекус у меня будет вот такой творог мягкий, без ничего, Данон. Здесь 170, по-моему, да, 170 грамм. И будет банан. Поставила тарелку на весы, сразу хочу взвесить, потому что мне же надо записать в программу, сколько оно будет. Кирилл, у меня тоже вон творог есть, только я ему дала клубнику. Да, сынок, кушай? Да. Так, сколько у нас? 132 грамма будет банана. Вот такой у меня будет перекус. Банан и творожок. Так что приятного нам аппетита. Вам, если вы кушаете. Кушай, клубничка вкусная? Это мамин творожок. Мама будет есть. Да. Спасибо. Кушай. Девочки, начинаю готовить обед. Правда, у меня озвучка за кадром, потому что на тот момент у меня спал сын. Так, взяла грудку, нарезала мелкими кубиками. Вышло 211 грамм. Обнуляю, как всегда, весы. И сюда же добавляю твердый сыр. Натерла его на крупной терке. И у меня вышло прям ровно 50 грамм. Дальше сюда же я добавлю одно яйцо. Причем эти котлеты можно жарить без масла на хорошо разогретой сковородке. Прям хорошо все прожаривается, и они готовятся очень быстро. Мне вот это вот прям очень удобно, особенно когда надо что-то быстро-быстро готовить. И как вариант это можно делать, кстати, на ужин. Дальше добавляю соль. Черный перец можно добавить сюда же, также приправы, которые вы любите, и приправы для курицы, все, что вам в вашей душе угодно, ни на что это не влияет. Потом я добавила немножко зелени, у меня не было свежей, я добавила замороженную, и дальше идет кукурузный крахмал по рецепту, не знаю, почему именно крахмал, но он у меня есть, поэтому я его добавила. Вышло у меня ровно 15 грамм. И все, хорошенько все перемешиваю. И наше, так скажем, тесто для котлет готово. Теперь жарю на сухой сковородке, хорошо разогретой. Мои хорошие, смотрите, сколько много получилось котлет. Вообще, когда я попробовала вот эти вот рубленые котлеты, я, знаете, я, наверное, через день их готовила. Очень вкусно, оно быстро готовится, хорошо пропекается. Видите, прям все выривал. С гречкой мне играться некогда было. Сейчас туда добавлю немножко кетчупа чили, что-то мне остренького хочется. Можно сделать пережарку или как-то там что-то поиграться, но времени нету.
Все, буду кушать. Приятного мне аппетита. И тебе приятного, да. Мои хорошие, привет! Как вы поняли, у нас очередные тарелочки. Забросила Юля это дело. Если честно, последнюю, наверное, неделю, а точнее с 4 числа я питалась не так, как надо. И, естественно, это все отразилось на моих весах. Сейчас у меня прикат 1,5 килограмма, да здравствует. Но я надеюсь, он быстро уйдет. И все пойдет вниз, да вниз, да вниз. И решила вот сейчас питаться как надо. Поэтому специально начала именно сегодня записывать тарелочки, чтобы не сделать какой-нибудь сбой, знаете, под конец. Вот, такой стимул первый. И решила не взвешиваться хотя бы неделю, чтобы себя не расстраивать, что, блин, ну было же 107, там, 500, а сейчас столько-то. Вот, чтобы не расстраивать, что дойду до того веса потом, а может, и не буду взвешиваться каждый день. Так что, вот такие дела. Мы сейчас побежим по делам с Кирюхой, а вечером я еще вам вставлю видео со своей программы, как я что забивала. Потому что знаю, что некоторые пользуются этим, и есть кое-какие вопросы, кое-какие проблемки. Чтобы все показывать именно от и до, я решила в конце видео вставлять именно вот программу свою, как я забивала. Ладненько. Девочки, готовлю себе ужин. Здесь у меня 169 грамм грудки, я ее мелко нарезала и пожарила. 2 яйца и кусочек сыра. Сейчас покажу, сколько у меня здесь сыра. 41 грамм. Сейчас мне это нужно все нарезать и сюда добавить. Я такая умная, я вам рассказываю, показываю, а камеру не включила. Нормально, да? Здесь я положила горчицу вот такую вот. 9 грамм вышло, я уже обнулила. Яйцо у меня сын одно забрал. Да? Кушаешь яичко? Им такое же наподобие сделала салат, только добавила огурец и кириешки им добавила. Короче, у меня здесь получается одно яйцо. Сыр натерла, горчица, и сейчас добавлю сметаны. Что ты там, желток не хочешь? Секунду, сынок, подожди. Там секундочку. Так. И вот так. Все, 26 грамм. Посолить, поперчить, покажу потом. Вот такой вот салат у меня получился. Он, в принципе, универсальный. Сюда можно добавить или овощи, или заменить грудку на куриные сердечки. Будет тоже очень вкусно. Буду ужинать. А теперь давайте заглянем в мой Fat Secret, в мою программу. Покажу вам, что у меня сегодня получилось в итоге. Ну что, мои хорошие, давайте посмотрим, что же у меня сегодня получилось за день. Итак, на сегодняшний день у меня в остатках калорий даже перебор. 111 калорий, не употреблено 1811. Но я, если честно, по этому поводу не парюсь, потому что даже если перебор на 100, то это даже не идет вот это вот процент мой 15-процентный, который я отнимала от суточной нормы. Поэтому я не переживаю. Давайте посмотрим теперь мой завтрак, как я его записывала. Видите, я делала сырники, все записывала отдельно, все делала, в сыром виде. Яйцо одно, как рисовая мука, граммовка, кружка молока, это у меня было в кофе, и фрутоняня за место моего варенье или джема. А обед. Здесь записывала тоже куриное филе, все в сыром виде, нигде не писала что-то вареное, вот, допустим, гречка, видите, 43 грамма и тоже в сыром. Махеев кетчуп я добавляла в гречку для разнообразия. Вот, все в сыром виде, ничего не писала такого, что где-то что-то с чем-то, поэтому умница. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Дальше ужин. Куриное филе, яйцо, то, что оно у меня одно, не забыла. Самое главное, магнит, сыр голландский там брала, махеев горчица и сметана. Все записывала отдельно, без никаких добавок. Самое главное. Просто уточняю на этом, потому что есть люди, которые спрашивают, и я повторяю еще раз, что все отдельно, все в сыром виде. И вот здесь у меня, получается, на перекус был творог мягкий и банан. Вот как раз-таки, если бы я банан не съела,
за сегодняшний день 117 калорий у меня вышло. Вот как раз-таки 111 калорий мне было бы, не было бы, точнее, перебора, и было бы прям норма-нормой. Но что, ничего страшного, я вообще не переживаю. И теперь самый низ. Вообще внизу прям идеально, девочки. Жиров 61,9, углеводов 129,1, сахар 21 и белок 183,3. Прям круть. С правой стороны вот здесь вот видите кругляшок, и там внизу идет как процентное, ну, содержание всего, что я съела, так скажем, да, углеводы, жиры, белки. И вот здесь прям красота. Белок у меня идет на первом месте, здесь 41%, жиры 31% и углеводы меньше всего, как в принципе и должно быть. Так что, хоть и перебор небольшой, но я сегодняшним днем довольна. Теперь буду знать, что можно бы исключить банан. И было бы вообще круто, и тем более банан, если исключить, то это исключается из углеводов, а не из белка. Так что, вот такой вот у меня был денечек. Спасибо, что оставались со мной. Надеюсь, это вам будет полезно. Поддержите меня обязательно лайками, пишите комментарии, не забывайте подписываться. Вам не сложно, мне приятно. И увидимся в новых видео. Пока-пока!